Праздничные концерты сегодня прошли во всех школах края, принявших участие в краевом фестивале «Успешная школа. Успешное будущее». Избиратели в 19-й школе сразу после того, как отдали свой голос, стали зрителями яркого концерта. Его в рамках фестиваля подготовили юные таланты. Школьные успешные звездочки не только танцевали, но и также играли на музыкальных инструментах и исполняли песни, многие из которых были на патриотическую тему. Девятнадцатая школа всегда отличалась своей большой патриотической работой. Юноармейцы несут вахту на посту номер один на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и часто занимают призовые места в городских смотрах. Школа носит имя своего выпускника, героя Афганистана Сергея Токмакова, который погиб на чужбине, выполняя интернациональный долг. Поэтому проведение линеек памяти и классных часов, посвященных солдату-герою, в 19-й школе также уже стало традицией. Поздравить коллектив образовательного учреждения и учащихся сегодня пришла депутат законодательного собрания Забайкальского края Карина Канунникова. Весь этот год по инициативе губернатора Забайкальского края Натальи Николаевны Ждановой проводился конкурс «Успешная школа, успешное будущее». Слова такие. Понимаете, успешное будущее действительно закладывается здесь. И это под лозунг звучит, его можно продлить. «Успешное будущее Забайкалья». Успешное будущее всей страны. Мы живем для наших детей, во имя наших детей. Мы работаем для них. Поэтому насколько школа активна, насколько заточен ее коллектив на успех, настолько мы получим замечательный продукт наших образованных, воспитанных. Депутат регионального парламента Карина Канунникова вручила директору школы сертификат на оргтехнику. Приятные подарки и грамоты получили и самые активные ученики школы. Не оставили без внимания и родители, принимающих активное участие в жизни классов и школы. Им вручили благодарственные письма.